Всех приветствую, мои дорогие друзья. И сегодня я бы хотела обсудить такую тему, как иммиграция по замужеству. Дорогие мои девушки, дорогие мои женщины, к чему вы должны быть готовы? На что вы должны рассчитывать? Что вас ждет в чужой стране? Ну, первое, на что я бы хотела обратить внимание, что принятие родственниками вашего мужа вас не будет столь легким и столь теплым, как вам может показаться на первый взгляд. Да, вам будут улыбаться, вас с вами будут вести себя вежливо и красиво, но часто это холод, часто это безразличие. Потом вы должны учитывать, дорогие мои, что вас любят, вас принимают только до тех пор, пока вы являетесь женой, любимой девушкой вашего мужа или парня. Как только вы расстались по каким-либо причинам, все, вас не примут, вас будут не замечать, и это уже хорошо. И главное, чтобы вам не ставили подножки. На что еще хочу обратить внимание, дорогие мои, если вы переезжаете сюда с вашими детьми, взрослыми, маленькими, имейте в виду, что ваши дети, у них будет стресс не только от адаптации, но и от принятия или желания непринятия нового отчима. Пожалуйста, имейте это в виду, что к вашему сыну будет иногда, может быть, иногда предвзятое отношение. Конечно же, я не говорю об этих идеальных случаях, когда вы приезжаете, вас любят, лелеют, и вы проживаете всю жизнь с этим человеком. Дай Бог, чтобы у вас так было. Но, дорогие мои, это не всегда так. Поэтому, родные мои, будьте наготове, имейте всегда план «Б» и имейте всегда деньги в заначке. Пожалуйста, будьте хладнокровными иногда, не кидайтесь в омут с головой. Прошу вас, не относитесь к ситуации, как будто какая-то авантюра. Здесь все очень серьезно, все очень... У вас может быть безденежье, у вас может быть нехорошая ситуация, у вас может быть не будет поддержки, поэтому только вы можете себя поддержать, только вы можете поддержать своих детей. Будьте внимательны, будьте бдительны, и пусть у вас все будет хорошо. Я желаю вам всего самого наилучшего, и все будет хорошо, и все уже хорошо. Если вы к этому готовы, если вы внимательно ко всему относитесь, если вы готовитесь к приезду правильно и хорошо, я желаю вам всего самого хорошего. До следующих видео. Пока-пока.